Делай запуски от 300 тысяч рублей за 3 недели без аудитории, без прогревов, без раскрученных социальных сетей. Глобально есть три причины не зарабатывать сейчас от 300 тысяч рублей в онлайне. Первое, это у вас нет аудитории, в телеграм-канале 70 подписчиков, в блоге только друзья и не хватает денег на платную рекламу. Вторая, это вы продаете не тем людям. У вас есть классный продукт, но вы не понимаете, как дотянуться до той аудитории, которой нужен ваш продукт прямо сейчас, чтобы вы могли его им продать. И третья причина, у вас нет продукта или он находится в стадии разработки. Если у тебя есть хотя бы одна из этих проблем, смотри видео до конца, сейчас будем разбираться по порядку. Привет, меня зовут Дмитрий Кинг, я эксперт по быстрым запускам. Я помогаю экспертам найти клиентов за 3 недели, когда нет раскрученных соцсетей, нет денег на рекламу и нет стабильного потока заявок. И делаем мы это по технологии быстрого запуска, делаем запуск и получаем от 300 тысяч рублей в месяц с первого запуска. Я сам регулярно запускаюсь по этой системе, недавний мой запуск был на 1,4 миллиона, но это не тот результат, который ты сможешь повторить с первого месяца, скорее всего. Это про то, что моя система работает и приносит системно стабильный доход. Поэтому если у вас нет раскрученных социальных сетей, нет продукта или нет возможности дотянуться до нужных вам клиентов, это видео покажет простое, а главное быстрое решение. Сейчас покажу вам кейс, эту рубрику я называю «Вы в будущем», кто-то начинал там с такого же момента, как и вы, кто-то там чуть выше, кто-то чуть ниже, но логика в том, что эти люди когда-то тоже пошли в свой страх и сделали классные, крутые результаты. Это Слава, предприниматель, он всегда занимался офлайном. Мы на его охватах 22, чтобы вы понимали, сделали 700 тысяч выручки. Там, по сути, могло быть больше. Вот, там эта история про носки за 250 тысяч рублей. Вот, кому интересно, пишите в комментариях, я вам поделюсь, как я уехал за носками, и в итоге эти носки мне обошлись 250 тысяч рублей. И это как раз-таки про ту выручку, которую мы недозаработали. Но это уже другая немного история. Но сам факт того, что Слава на охватах 22 смог сделать 700 тысяч выручки, это прям, ну, больше, конечно, исключение, чем так должно быть, но сам факт того, что система быстрых запусков работает даже на таких активах. И на заработанные деньги Слава купил небольшой загородный дом недалеко от Новосибирска и туда ездит как раз-таки с семьей отдыхать. Вот такой вот прикольный кейс получился. Сегодня лучшее время за всю историю человечества, чтобы быстро и просто зарабатывать. Глобально нам нужно сделать только одно действие, это найти человека, которому интересна наша экспертная тема, спросить, какой результат он хочет получить, продать ему решение и получить оплату на карту. Затем запаковать решение в продукт, если он еще не упакован, и оказать услугу. Собственно говоря, все. Тут обычно возникает один вопрос, почему мало кто это делает? Потому что сейчас активно рекламируются соцсети, все хотят продвигаться через Reels, через Telegram-каналы. Это крутой способ, но он не подходит, когда у тебя нет стабильного заработка. А на обучениях по заработку с нуля часто дают нерабочие связки или откровенно скамят. У меня тоже был плохой опыт при покупке каких-то обучающих продуктов, но я продолжаю регулярно покупать обучение, потому что это единственный инструмент, который позволяет тебе расти в долгую. Например, Ника, она до работы со мной проходила 2 наставничества, сделала 0 рублей, потому что в первом ее просто кинули на деньги, во втором ей внушили то, что она плохой эксперт, и она была не уверена, то, что она реально классный, крутой SMM-специалист, хотя занималась этим 3 года и достаточно крутые делала результаты. Она зашла ко мне в работу, в тестовый просто продукт, мы с ней сделали там в формате 100 за 100 первый результат, 100 тысяч рублей она заработала вместе со мной, потом она зашла в основной продукт, и мы уже сделали еще 1,5 миллиона рублей на охватах 300, на ее экспертизе SMM, хотя девочке было 18 лет, она доверилась мне, и мы с ней сделали классный, крутой продукт. Она с 15 лет этим занималась, и у нее реально твердая в этом экспертиза есть. Она переехала в Москву с города Орел, и мы с ней вживую увиделись в Москве первый раз, сняли интервью, оно тоже есть на Ютубе, если хотите, можете посмотреть. Но в целом я сам не жил на тот момент в Москве, когда мы с ней только начали работать. В итоге я тоже переехал в Москву, и мы встретились в Москве. Это прикольная история была. Вот в Инстаграме у меня тоже можно в актуальном посмотреть кейс на 1,7 миллиона. В целом там все подробно, как это все было. Вернемся к запускам. Первое, что вам нужно будет сделать, это привести незнакомого человека на разговор, на обычную продающую консультацию. Важно будет учитывать два момента. Первое, это создание сильного оффера, что мы обещаем дать человеку на звонке. И второе, как этот оффер человек увидит. Сразу разберемся со вторым пунктом. 5500 чатов, в которых активная аудитория, для первого запуска этого точно будет достаточно. Поэтому изначально готовим офферы именно для чатов Telegram. Чаты я для вас собрал. Вот ссылку я либо оставлю там под видео, либо чуть позже расскажу, как вы ее сможете получить лично у меня.
Теперь разберемся с оффером. Что это вообще такое? Оффер – это такое обещание, от которого трудно отказаться. Например, мой оффер на это видео – заработай 300 тысяч рублей за 3 недели на запуске без блога. И здесь важно составить оффер таким образом, который приведет не просто какую-то толпу людей, а именно приведет целевых клиентов и отсечет халявщиков и людей, у которых нет денег прямо сейчас, которые не будут готовы купить ваш продукт. Я все свои офферы составляю по одной формуле. Примеры своих офферов я тоже оставлю в телеграм-канале. Чуть позже расскажу, как ссылки на эти каналы получить. Если тезисно, мы помогаем решить проблему человеку понятным ему способом и в четкие временные рамки. Формула выглядит таким образом. Финальная ценность плюс понятный инструмент достижения цели, временные рамки, когда будет получен результат. Следующий участник рубрика «Вы в будущем» — это Настя. Она собрала заявки, сделала 6 продаж чеком 50-60 тысяч, хотя она работала визажистом за 20 тысяч рублей в Новосибирске и сделала свой первый запуск на охватах 100 на 280 тысяч рублей и купила себе первый в жизни iPhone. Она была безумно счастлива, и я прям искренне радовался, когда она делилась этими эмоциями. Одна из сложнейших проблем, почему люди так и не вырастают в доходе и мышлении, она, возможно, покажется банальной, но это реально. Человек всегда между простой задачей и сложной выбирает ту, которая ему понятней. И единственное, что отделяет любого человека, который никогда не делал запуски до своих первых 300 тысяч рублей, это просто понятное объяснение процесса. И я сам являюсь фанатом обучения, потому что там все вот эти сложные процессы объяснены простым языком, и гораздо проще сделать результат, нежели разбираться самостоятельно, потратив на это кучу времени, денег и сил. Если вы хотите запуститься максимально эффективно и заработать деньги как можно раньше, я подготовил для вас разбор запуска на 1,7 миллиона за 3 недели. И там как раз-таки я разбираю схему, по которой я делал свои первые быстрые запуски. Можно ее взять, адаптировать. И это как раз-таки про то, как важно получать нужную информацию вовремя. Это Аня. Как раз-таки на этот фотоаппарат, который сделана фотография, он был куплен с запуска. Аня работала SMM-специалистом в Zafix, и мы сделали с ней классный крутой результат на 1,7 миллиона за 3 недели. Если бы мне 3 года назад сказали: «Дим, не трать время на блог, не трать время на покупку рекламы, которая не окупится, а сделай 1, 2, 3 и сделай прогнозируемый результат», я бы тогда сэкономил 300 тысяч рублей, потому что, делая свой первый запуск, я ушел реально в минус 300 тысяч рублей. Я потратил 300 тысяч рублей на разное, на методологов, маркетологов, на съемки, и получил за свой продукт 1500 предоплаты. В итоге, когда я пересобрал эту всю систему, я сделал первые свои 666 тысяч рублей на первом запуске. Я тоже когда-то отказался от привычной для меня системы продаж онлайн-продуктов и полностью перешел в запуски. Да, было страшно, да, совершил много ошибок. И сейчас я уверен как никогда, что могу помочь запуститься любому эксперту хотя бы на 300 тысяч рублей за 3 недели. Даже если нет ничего, ни блога, ни продукта, ни денег на рекламу. Я создал свой полноценный продукт, это менторство, где я помогаю экспертам заработать свои первые там от 300 тысяч рублей на быстрых запусках. И мы полностью разбираем систему быстрых запусков, как это работает, как это адаптировать под вашу нишу. Какую связку лучше всего использовать в вашем случае? У меня их в программе больше 15 связок, которые вы можете адаптировать под себя. И это все работающие связки и инструменты. Как это превратить в систему, зарабатывать без переживаний, без выгораний, быть уверенным в своем доходе и больше не переживать из-за финансов. Если ты готов сделать запуск, жми на кнопку ниже, либо на ссылку в описании. И я понимаю, что у тебя может быть много вопросов, поэтому я подготовил бесплатный разбор, на котором мы с тобой разберем стратегию твоего запуска, подберем для тебя лучшую связку. Также я как раз-таки дам доступ к каналу с офферами, доступ к каналу с чатами, которые ты можешь использовать для своего первого запуска, и получишь полную стратегию своего запуска на текущих своих активах. Также я расскажу про результаты своих учеников, которые суммарно сделали там 22 миллиона на запуске своих онлайн-продуктов. Но есть одно условие. Записаться на разбор можно в течение 15 минут. Почему так? Скорость принятия решения – это ключевой навык для высокого заработка. Поэтому скорее оставляй заявку на разбор, свяжусь с тобой лично. Удачи!